И всем салам, всем привет. Получается, сегодня будем выбивать все то, чего у меня нет. И самое главное, нажимайте на лайк и пройдемся по всем событиям. Первое событие у нас. Выделение 3 скидки. Скидку можно использовать один раз на выбранные покупки. Короче, получается, новое событие. Нажимаем тянуть. Не понял? А, надо было... Ладно. 86. Ни хрена себе. Вот это такой типа магазин. Одна попытка стоит один алмаз. Вы прикиньте? Один алмаз стоит попытка. Это рофл. И прикиньте, кому-то так вот выпадет что-нибудь. Так, 19. Ну все, видимо, потом пошла полный капец, да? Типа первая скидка была... нахер я выпал? Капец, я тупанул. Короче, уже было скидку маленькую взять, а потом уже большую в конце. Так что вот теперь, знаете... Как не надо делать? Пипец. Да? Я же правильно понимаю, что типа сейчас можно использовать 74, а можно ее вообще в конце использовать. Так. Нет, все-таки я буду юзать 300 алмазов. Все, эмоция. Так, плюс эмоция, поток энергии называется. Так, вот мне теперь скидка пошла. Сама по себе причем. То есть все, если я за 3 пытки, я по-любому забираю, но сколько алмазов я потрачу, это я могу так взять? Писец. 100 или 500? Да я не заберу сейчас скин-то однозначно, но если сейчас 500, то там будет дальше побольше, понимаете? KFC. А нет, надо, все, я был прав. Ну, короче, это капец. Самое главное, я это забрал. Но ошибка была какая? С самого начала 86 юзал. И использовал пытку за один алмаз. Это так глупо, это вообще капец. Стыдно, стыдно. Дальше, короче, что у нас есть? Ну, сейчас, секунду, внимание. Получается, у нас есть гильдия. Заходите, осталось буквально 4 места. Сейчас, не знаю, сколько времени. Ну, по-моему, 12. Мы уже в стопе. Поэтому вы заходите и... Пишите мне в ВК, хочу в гильдии. И скидываю статистику. Дальше, короче. Бушующие вихи. Короче, будем убивать вот это вот. Тут вообще писец. Тут типа, короче, добавили АН-ку, по-моему, да? Или это... Да, АН-ка. Вот такой скин. Это стоит много, наверное, алмазов. Сейчас мы это узнаем. Так ли это или нет. Так, один жетон. 5 жетонов. Слушайте, это вообще офигеть. Интересно, пятерка это максималка? Типа, или... Это максималка, да? Нормально. Если по пятерке будет сыпать, это будет зашибись. Но все-таки я думаю, блин, прикиньте, я мог сколько сэкономить, когда бы у меня была бы скидка в начале 60, а потом в конце 80. То есть я бы сэкономил очень... Ну, типа, нормально так алмазов я бы сэкономил. Так, за одну пытку мне дали только один жетон. Ну, сколько мне нужно? Давайте мы сейчас посчитаем, кстати, сколько нужно жетонов. Так, у меня же вообще телефон офигевает от того, как выбиваю. 15, 14, 14. Но это я не буду забирать. Хотя нет, у меня этого нет скина, да? Придется забирать. Короче, в сумме, если посмотреть, то где-то... Ну, почти 60. Плюс где-то так. Слушайте, много будет стоить. Это будет понятно, это очень много будет стоить, наверное. По алмазам где-то, наверное, 2-3 тысячи точно. То есть до 44 я дойду. Так. Из чего вот это дребезжит, я не знаю, как это. То есть по-другому это никак не сделать, понимаете? Это же выбивание. Оно так и будет, так вот херачить. Так. Все. Один жетон. Это имба. Один жетон получить? Это же вообще шикарно. Один жетон. Не-не-не, так не надо. Так не надо. Один жетон, это вообще пипец. За 170 алмазов. Да ну! Серьезно? Я выбил набор. Вот это прикол. Тут и рофл нормальный такой. Так стоп, я это могу выбить здесь еще? Офигеть, серьезно? Я никогда в таких событиях не выбивал что-то, кроме жетонов. Вот никогда.
первый раз в жизни выбил здесь набор, прикиньте. Так, ну у меня как минимум уже экономия пошла. Кипер экономия. Так, ну мы по-любому покупаем данный скин. Все, мы его забираем. Набор Ветер Дюн. Сразу же откроем, чтобы он, ну, у нас он сразу был. Здесь тоже 12 стоит, мы его тоже открываем. Это уже набор на девушку. Его не будем открывать. Пусть будет так. Вот так. Так, дальше. 7 и 14. Ну, как вы понимаете, что еще делать-то дофига. Но если я выбью, это будет вообще, конечно, разнос. По 2, по 3 жетона. Блин, это очень мало. Это очень мало, если подумать. Если забирать хотя бы по 5, то офигеть жетонов. Вот это по красоте. Смотрите, пятерка, а двойка, еще однерка выпала. У меня, короче, 23 жетона уже на данный момент. Я слил уже за видос, сколько тысяч алмазов я слил? Ну, 4 тысячи точно есть. Даже 5 почти, прикиньте. Ну, блин, меня просто останавливает то, что я могу сейчас выбить что-то, типа, и все. То есть, если я как выбил набор, вы прикиньте, сколько я сэкономил, если я выбил здесь набор. Это капец, я сэкономил, это нормально. Потому что иначе мне бы пришлось... Вот! Вот, о чем я и говорю, понимаете? Все. Так, уже сэкономил я точно на этом гриме. Получается, все, мне осталось только забрать вот эту. Оп. Я все забираю, кстати, прикиньте. Энга такая. Это катаклизм. У меня этого нет, вот скина. Из лутбоксов не выбил. Так что это угар, конечно. Как такое может быть, но да. Я все забрал, прикинь, события. Офигеть. Я не ожидал, что, конечно, получится все забрать. Думал, что что-нибудь да не буду. Но, как вы можете заметить, я, в принципе, все забрал. Это не может, конечно, не радовать. Это вообще зашибись. Просто все, которое здесь было событие, я его все забрал. Это, конечно, обалденно. Шикарно. Заходите в мою гильдию. Ссылка на ВК в описании. Пишите «хочу в гильдию». Добавляйте друзья. И смотрите видос каждый день. Короче, сегодня выбили все события, которые вообще возможно было, которые новые были. Вообще все события, которые были вот здесь, все забрал, кроме инкубатора. Потому что жду скидка. Вот так вот. Все, всех обнял, поднял. Увидимся.